Всем привет! Ну вот и новое видео, а это значит, что новый розыгрыш по марафону скинов. А также хочу напомнить, что сейчас на моем канале проходит воскресный розыгрыш, который состоится уже 24.01. Условия и какие будут призы, можете прочитать в описании под этим видосом. Ну а сейчас нам предстоит определить победителя вот этого вот замечательного P90 элитное снаряжение, который уже в боях был закален и не первый раз. Для этого мы переходим на этот видос, копируем ссылку и переходим туда, где я выбираю победителей постоянно. Что же смотрим? Сколько у нас тут? У нас всего 9 комментариев. Это значит 9 участников, из которых мы выберем всего одного. Шанс 1 из 9, то есть это значит, у вас больше 11% на победу. И мы сейчас определим, кто же станет счастливым обладателем этого P90. Выбираем. Кто же? Вадим Олег. Вадим. Всех скороговорок. Короче, правильно, в общем, все. Подписку не показывает. Вадим, если ты подписан, то тебе нужно открывать профиль. А мы выбираем другого. Первый раз за марафон. Смешные нарезки. Смотрим. Окей. Подписка. Не отписался. Вот молодчик. Ну что, смешные нарезки. Я тебя поздравляю. Ты снова становишься победителем. Так, нет. Выигрываешь вот это вот элитное снаряжение P90. В общем, скидываешь, как и обычно, да, то есть под свой комментарий вот сюда находишь. Вот он. Трейд-ссылку. Ну, чтобы ту я уже удалил, короче, чтобы она мне глаза не мозолила. Вот. Скидываешь трейд-ссылку, получаешь свой приз. Завтра я буду разыгрывать вот этот вот просто потрясающий стат-трек P2000 искривления. Он какой шикарный, он всего лишь навсего слегка там поношенный. Я его буду разыгрывать завтра. Все, розыгрыши на сегодня закончились. Сейчас мы залетаем на сайт Case Battle. Собственно говоря, что мы сегодня будем творить? Я, короче, сегодня решил не мелочиться, закинул по крупнику. Прям 200 на баланс закинул там с промокодом, да. Сегодня будем точно так же ловить 2% амонги. Но сегодня у меня есть бесплатный кейс, да. Он же должен быть у меня, я же 200 закинул. У меня должен быть бесплатный кейс, да. Сейчас мне тут что-нибудь еще какого-нибудь стебли бамбука даст. Нормально, пригодишься. Вот, я, короче, сейчас открываю сильверов по-бырому. По-бырому открываю сильверов просто. И потом мы ловим. А потом мы просто ловим 2% апгрейд и смотрим, что из этого получится. Мне подписчик в комментарии написал, что здесь апгрейд может быть только 3-7%. Ну, в общем, сейчас мы это и проверим. В общем, я в течение этой недели постараюсь доказать обратное, да. Если не получится, то я соглашусь с твоей точкой зрения. Вот так вот. Если не получится, я соглашусь с твоей точкой зрения. Что, ну, больше мне ничего не останется, да, как согласиться с твоей точкой зрения, сказать, что ты был прав. Давай посмотрим, сколько мы выбили, на какую сумму. На 197 выбили, да, а 200 закинул. Ну, на чутка поменьше, ну, ничего. А, ну, это если звучать, что еще мне выпало там, да, то есть поэтому балаболка. Так, давай, вот это вот, значит, если такой нам надо, то мы должны пробовать на 75. Посмотрим, что тут можно. Статрек. Ну, давай. 2.06. Нормально. Окей. Чекаем. Это нет. Тогда мы выбираем следующий. На 1.8 это, по-моему, 90, да, должно быть? 90. Если я правильно посчитал, если я... Ну, я уже давно школу закончил. Я уже там не помню. 2.06. Окей. И вот так. 2 пускаем. Балабас, да? Так, теперь 1, 2, 3 по 2. Это значит на сатен мы сейчас ставим. Сейчас мы ставим на сатен. Блин, ну... Как бы я сказал, что я буду всю неделю именно делать вот это. Я буду проверять именно 2% апгрейды. Вот так вот. Поэтому, если видосы скучные, однотипные, ну, ребят, я сейчас проверяю, чтобы понимать, какие на самом деле у нас есть шансы. И есть ли они, да? И если они там, да? Вот так вот. Ну, давай смотрим.
его. Ай, ебать, я капилляр тупорылый, блядь. Вот я долбоёб-то. Увы. Так, увы. Так, теперь 7,4 3 скина. Угу. 7,4 это... на 370 надо ставить. Ставим 370. Ставим. Ничего не знаю. Мы ставим 370 и... пробуем. 3. Давай, 2,06. Ни одного. Окей. Так, 8,5. Нет, 8,5 не в счет. Это мы ставим сейчас 425. Да-да-да. Будем следовать нашей... А 425 нету, есть 427. Ну что ж, придется поставить на 427. Давай посмотрим. Статрек, Ливервер, Р, Лампа. Ну, тут однозначно нет. Так, теперь по 450 ставим, да? Теперь ставим 450. Просто прям, ну, мне самому просто интересно. Зайдет что-нибудь. Что это тут? Значение число должно быть целым. Ну, это нет, потому что летит сильно шустро. То есть это 10% бы, ну, даже и 10 бы хер зашло. Потому что хер зашло бы, вот и все. Потому что не дотягивает. Смотрим. Потому что у меня как бы заходили они вот пару раз было, сколько я крутил. То есть заходили вот здесь, поэтому я все-таки думаю, шансы на 2% есть. То есть я все-таки думаю, шансы на 2% есть. Что ты ставишь-то? Ой, блин, я не хочу кардио. Ну ладно, давай. Хочешь, не хочешь. Кого это волнует? Так, 12, потом на 600 рублей встанем. Ну тут нет. Тут нет. Потом 600 встанем, да? Два попробуем вот этих вот забубенить на 600. Тебя попробуем на 600. И вот тебя попробуем, давай. Так, это нет. Так, сегодня у нас это... Теперь бы мне посчитать в уме, сколько это будет. 725, по-моему, должно быть. Ох, с математикой-то как у меня тяжко. Так, окей. Да, слушай. Отлично. Ебать, сказка. Ну, у меня сказки еще не было. А-а. Нет, nine. Так, теперь 800... Давай, короче, 800 поставим. Давай. Еще там прям 815 там, да? Вот, рентген. Рентген, эмочка, нормально. 2,06 почему-то. Стабильно 2,06 получается. Ну, окей. 9, да? Так, 1000. Теперь мы ставим 1000. 1000 прям. 1000. Опа. Так, опа. Адское пламя. Ну, нормальное такое, да? Адское пламя. Вот. Кстати, для участия в марафоне скинов, ребят, короче, мне эти все скороговорки там уже все задолбали, надоели, поэтому для участия вы просто пишите комментарий из 5 слов под этим видосом, и завтра мы выберем того, кто станет счастливым обладателем P2100 трек. Ну, а мы пытаемся захерачить адское пламя. Нет, это тут уже понятно, что нет. Не, я, короче, я попыток не оставлю, то есть до конца недели я сказал, что я буду это делать, я это буду делать, поэтому, сука, ты опять мне мозг тарахаешь. Не, это, конечно, наглость, это наглость с моей стороны поймать X50, это наглость, конечно, с моей стороны поймать, ну и косарь 400, да? Нет, вообще, почему косарь 400-то? Это 1000-1300, чуть ты наглеешь-то, блядь, куда ты нахуй? Куда ты? Градиент. Ну, с тобой давай, ты будешь градиентом. Давай. Давай, сука, тяни. Прям рядышком было, да? Прям было рядышком. Ну что, завтра, наверное, мы поймаем. Завтра мы, скорее всего, поймаем 2%. В общем, ребята, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И принимайте участие в воскресных и розыгрышах, и марафоне скинов. Всем пока, до новых встреч.